Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Шопаны Китай. Наконец-то пришла игрушка, которая у меня была на моем канале. Уже было не обзор, а так что, вот такое видео, что я заказал типа игрушку. И вот она пришла. Шла на месяц. Трек номер отслеживался. До города Братска и Иркутской области. Так, давайте посмотрим, проверим, что это за игрушка-конструктор, типа Лего, только какими-то шариками сделано. Ну, у вас название, видите, с фотографии тоже на видео видно. Но только одно но, что заявлено 500 шариков. Как бы это все посчитать? Так, вот такая вот игрушка, конструктор, типа собирать всякие штучки. Вот смотрите, можно змейку, можно всякие, тут вот всякие можно, всякие, вот они, все, что можно собрать. Ну, для ребенка вообще будет зашибись, по сути. Что тут в наборе? В наборе у нас идет сами шарики. Тут по... О, я думал, они по блокам, а они идет в одной куче. В одной куче, вот такой полностью, куча такая. И здесь у нас идет всякие там причиндалы. Должны быть типа глаза, типа всякие рожки, ножки, крышки, бушки, лапки, даже коронка. Вот есть, можно даже лягушку сделать, там коронку поставить. О, смотрите, вот такая вот штука, лапки. Есть, это крылышки, муху можно сделать. Это непонятно что, это усики, во. Это у нас, тоже не знаю, что это такое, два главное. Есть очки, и не одни, есть другие, еще другие вот такие вот очки. Дальше что у нас идет? Крылышки, о, для этого, для дракончика делать можно. Это у нас типа стрекозы, это у нас непонятно что. Глазки, наверное, можно сделать. Это непонятно уже. Ручки, крючки, но ножки, еще одни ножки. И такие вот ножки. Непонятно, что это. Как так? Глазки. Это что у нас? Шапочка даже есть. Такая шапочка. Шапочка такая есть. И всякие глазки. Рожки, ножки, крешки. Я думал, колесико есть. Что можно собрать какие-нибудь машинку какую-нибудь. Но тут нет. Ну, все равно интересная игра. Давайте посмотрим. Конечно, я бы сейчас посчитал. Хотя и посчитаю, может быть, шариков. Интересно мне, точно ли 500 или не 500. Так, вот мы запечатываем, пускай будет. Берем даже сторону, и вот такая штука, она вот по блокам. Так у нас получается, должно быть 5 цветов. Говорят, плохо липнет. Да нет, хорошо липнет. Пять, так, раз цвет, два цвет, три цвет, четыре, пять, шесть, семь цветов. Восемь даже.
Давайте по цветам разберем. Ой-ой-ой-ой. Такие как... Есть такое растение, забыл как называется, которое тоже прилипает к одежде, когда ходите. И потом отдирать надо, вот то же самое. Так. Уже запчасти отлетают. Ненужные. Так. Так. О, еще желтенькая. Так. Итак, это получается у нас, 8 цветов, а 8 на 5 не делится. 500 на 8 ровно, наверное, не поделим, или поделим. 500 на 8. Сейчас я посчитаю, не могу сразу сообразить. Делить на 8, не поделим, получается 62,5, значит где-то больше, где-то меньше. Давайте посчитаем хотя бы какую-нибудь, не знаю, почти одинаково все. Давайте хотя бы эту посчитаем. Раз, и это долго, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 61. 61 насчитал. Что? 61. Не 62. Должно быть 62. Ладно. Это мы посчитаем, посмотрим. Может, я где-то просчитался. Давайте попробуем что-нибудь слепить. Какую-нибудь хрень. Интересную такую. И не. Что-нибудь такое. Такое, чтоб не замысловатое было. Змейку давайте. Вот давайте змейку. Значит, так. 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 Все вроде. 7. Какую-то забыл. Розовенькая есть. Белый. Белый забыл. Белый, вот так. Вот что-то типа такого. Ну, держится. Держится вроде неплохо. Ладно. Это все ерунда. Надо что-нибудь такое смастерить. С глазами. Давайте возьмем одну такую, мы ее сомнем. Так, теперь делаем
О, ручки-ножки. Ручки-ножки. А, вот так вот оно вставляется. Так, вот раз. И так, два. Во. Вот так вот. Раз. Сюда вставляется. Вот. Ручка. Ручка. Вот так вот. Во! И головку какую-нибудь сделаем. Такую. Пусть будет такая. И розовенькие ушки. Такие ушки на макушке. Так вот. Корона еще. Корону давайте сделаем корону. Вот так вот. Вот так вот. Глазки надо. Глазки. Глазки. Значит, надо оторвать сначала. Сюда всовываем. Сюда всовываем. А ротик. Какой-нибудь ротик. Значит, вот это, вот это. Нету ротиков. Наверное, вот эту можно ротиком сделать. Вот так вот. Раз. 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 Во! Уже такая. И вот сюда прилепили. Вот такая штучка мы собрали. Вот такая. Какая-то фигня. Но я не строитель. Короче, можно работать с этой вот ерундой. Будет интересно ребенку. Хорошо. Так, сейчас мы разберем все заново. Конечно, это все хорошо. Но вот эти шарики будут болтаться везде. Во всех углах. Ну, зато ребенка маленького можно занять. Ну, чтоб он не съел, конечно, это все. Не думаю, что такого уж маленького сильно. Да вот тут это еще надо оторвать. Так. Ладно. По сути, да, может быть 500 штук, может где-то 63, может где-то что-то. Ну, 500, наверное, есть. Ладно, поверю я продавцу. Суперский наборчик для ребенка. Ну, это на заказ. Нет, дети уже большие. Им так не пойдет. Вот. Такое вот. Штуковина. Раз сделали. Интересно, я уже сам уже такую вот ерунду сейчас сделаем. Цветочек. Так вот я уже заинтересовался. Во! Такая. И такая. Во! Ладно. На этом все. Ссылка на товар будет внизу под видео. Кого заинтересовала эта игрушка, конструктор, типа конструктор, переходите, смотрите. Можете заказать. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Можете присылать. Ну вот, что можно вот с этого делать? Что-нибудь такое. Спрашивайте. Ладно, на этом все. Давайте. Пока-пока. Счастливо всем. Thank you.